Мне, честно, он очень сильно понравился за счет того, что он находится в самом центре нашего города. Давайте меньше слов. Не будем томить, да, посмотрим. Все, давайте посмотрим. Перемещаясь в центр города Бишкек, мы попадаем на улицу Чокморова, которая пересекает улицу Советскую. Ниже у нас Моссовет, выше у нас Бакамбайка, и здесь у нас участок. Общая площадь земельного участка составляет 7 соток. И самое важное в этом участке, что этот участок квадратный. Он не прямоугольный, не овальный, не трапециевидный, он квадратный. Знаешь, вот я увидел вот этот диван,